Парк Победы, дорогие друзья. Мы идем вверх по улице Пушкина, мимо бывших вот этих вот, как их назвать, даже не знаю, стендов, в которых размещались газеты, и люди приходили и читали газеты, как библиотеки. Здесь в советские времена собиралась футбольная биржа, не фанаты, раньше не было слова фанаты, было любители футбола, заядлые любители футбола. Мой отец тоже приходил сюда, лига это называлась, лига. Не биржа, а лига. И вот они ходили тут, рассказывали всякие истории, спорили о командах, о матчах, делились впечатлениями, новостями футбольными. Сейчас не знаю, если это есть. До недавних пор была еще фотобиржа. Вот немножко назад и влево когда-то. Мы сейчас поднимаемся вверх по улице Пушкина. И сейчас с левой стороны откроется нам детский мир, бывший сейчас Джимини называется. В парке хорошо, спокойно. Погода, как бы сегодня солнышко, жарко, но это уже осеннее тепло, а не летнее. Нету зноя такого. Вот бывшая остановка нам открывается на Пушкина, детский мир. Сейчас она сместилась немножко вниз, слегка. Поменяла свою локацию. А вот и газеты в этих стендах расположены, как и в старые добрые времена. Только читающих меньше, потому что те, кто читали, уже плохо видят, а тем, кому предназначено, черпают знания из интернета, из своих смартфонов и планшетов. Так называемые гаджеты. Это устройство. Вот детский мир бывший. Вход также и остался. Называется Gemini. Мы сейчас гуляем с моим другом, зрителем и подписчиком из России, Александром. Саша, хотите в кадр попасть? Нет, пока нет. Пока нет, он не готов. Потому что он еще не адаптировался к Кишиневу. Он наслаждается, и он сейчас не может во всей красе выдать свои впечатления еще о Кишиневе. Он адаптируется. Я еще не осознал, что я здесь нахожусь. Но услышать вы его можете. Вот если он захочет, он прокомментирует как-то потом. Ну и в кадр попадет, естественно. Вот мы выдвигаемся. Уже нам виден проспект Ленина. С так называемыми, как вы говорите, вырубленными деревьями. Но это очень логично, потому что обновление парка деревьев. Потому что часть деревьев была старыми, была старая и, скажем так, в аварийном состоянии. Особенно это прочувствовалось прошлой весной, в апреле. Когда выпал снег во второй половине апреля, что очень нехарактерно. Он был мокрый и тяжелый, и много деревьев вообще попадало, вырвало деревья с корнем. Вот аллея, ведущая к Арке Победы, дом правительства, где раньше стоял бюст, памятник Ленину. Этот пятачок, помните, здесь когда-то был киоск «Союз печати». Вот открывается перекресток Ленина, улица Пушкина. И туда немножко вперед, вот это здание примарии. Вот детский мир, вход. Если помните, раньше были такие перила здесь, красно-белые ограждения. Их убрали. Это было центровое место, где назначали встречи. Влюбленные, товарищи, друзья, деловые какие-то. Где встреча? А вот у детского мира. И все знали, что это не слева, не справа, а именно здесь, где были перила ограждений. Вот переход, светофор на улице Пушкина.
перекресток с Ленина. Прекрасный августовский день, дорогие друзья. Наслаждайтесь, как обычно, я говорю, наслаждайтесь видом Кишинева центра. Сонька иногда начинает давать уже сбой. Сегодня успешно два раза не включалась. Но сейчас пока снимает. Не знаю, что я буду делать, если она остановится вообще. С кем она мне удобно ходить. Вот. На этом пока останавливаем репортаж из Кишинева. С проспекта Ленина Штефана Челмари, улицы Пушкина.